какая, знаете, это такая история про женщин, которые остались без мужчин и сбиваются в группки вокруг современного искусства. Вот такой вот, так вот, если грубо. Она скорее написана по законам музыкальной композиции. Несмотря на то, что это, конечно, это настоящая пьеса, но она при этом в ней очень много от музыкального произведения. То, как там повторы, модуляции, как вот это все сделано в ней. Это настоящий драматург. Это настоящий большой современный драматург. Но это не фейк. Это не фейк. При этом он фантастический стилист, скажем так. Он имитирует вербатим. Этот вербатим используется для того, чтобы показать, насколько обычная человеческая речь близка к поэтической, скажем так.